Браза, я тут какую-то шнягу приготовил. И, короче, я знаешь, что решил? Я на основе этой технологии буду другие шняги готовить. Смотри, короче, что у меня есть. У меня есть такой волшебный кубик. Смотри, он такой тверденький. Короче, я разработал новую схему. Смотри, сейчас будем резать и пробовать. Ты тут? Ку-ку. 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 Итак, нам понадобится... А он сейчас как раз валится, и все, и никто никого резать больше не будет. Значит, нам понадобится наш с тобой любимый нож. Так, и пробуем разрезать вначале пополам. Пилим осторожно, не спеша. О, нормально идет. И. Шик. Ах, какой срез. Теперь еще раз пополам. О, теперь можно, видишь? Теперь можно пробовать резать на сектора. Или как это называется? Оп, смотри, раз. Оп, два. Оп, три. А теперь, мой друг, вопрос. Ты знаешь вообще, что это такое? Итак, насчет... Раз, угадываем, что это такое, как ты думаешь? Не, в принципе, съедобно. Так, не могу сказать, что тут прям слюни текут, но учитывая вообще корость, пользу, от данного продукта она просто неоценима. Короче, это обычная конопля, шрот конопляный с медиком, утрамбованный в баночку. Видишь, превращается в какие интересные хреньки. Похож на халву. Короче, смотри. Рекомендую с медом только небольшим, чтобы было не сильно сладкое. Можешь добавить туда ванили, изюмчика туда в состав. Но в целом, ты знаешь, какая она полезная? У тебя мозг будет работать не так, как у всех. Хотя, не всем лишь это надо. Ладно, пойду я набивать себе кишку, думать, как мы будем дальше мир спасать.